А еще грибы я люблю с белыми. Ой, то есть не грибы, а гречневую кашу. Щи да каша, пища наша, как раз, да? А в пост как раз очень хорошо. Это тоже грибы белые обжариваются. Ну, отваривается, естественно, каша, это самая гречка, так, чтобы она разыпчатая была. А потом грибы отдельно жарятся с луком, а потом эту гречку туда, и все это обжаривается. На том же оливковом масле. Замечательно.